Толкование на книгу пророка Даниила. Толкование это во многих местах является неполным, неясным и запутанным, так что издатель не без некоторого сомнения поместил его в числе подлинных творений святого Иоанна Златоуста. Может быть, недостатки эти объясняются неисправностью того единственного списка, с которого оно издано у Мине, или же мы имеем здесь только черновые записки святого отца, оставшиеся без дальнейшей обработки, поэтому и мы его опускаем.